Всем доброе утро. Сегодня мы решили вам показать, как делать разворот на регулируемом перекрестке Мичмана Павлова и Университетской улицы. Останавливаемся на красный свет. Дожидаемся сигнала светофора. Перекресток в простонародье его называют Питер. Наша задача выехать за пешеходный переход, посмотреть налево, убедиться, что нам хватает ширины проезжей части, пропустить встречный транспорт и выполнить разворот. Что мы сейчас и продемонстрируем вам. Вот такой вот четкий разворотик. Упражнение выполнено на отлично.